По инициативе губернатора области Андрея Воробьева в этом году власти муниципалитетов уделяли повышенное внимание работе с бизнес-сообществом. Постоянные встречи с предпринимателями, адресная и юридическая помощь – все это стало реальностью для многих бизнесменов. А сегодня руководство Красногорского района представило на суд местным представителям малого и среднего бизнеса новый разработанный стандарт деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Данный стандарт подразумевает разработку дорожной карты по его внедрению. Это направлено и на поддержку малого среднего предпринимательства, на работу через одно окно многофункциональных центров Красногорского муниципального района и другие мероприятия. Данной дорожной картой предусмотрено создание инвестиционного совета при главе района. Да, состав его рассматривается на текущий момент. Можно вносить какие-то предложения, пожелания. Все желающие познакомиться с этим документом могут это сделать на сайте районной администрации. Пока же никаких комментариев к новому стандарту предприниматели не сделали. Они попросили время для ознакомления. Затем документ отправится на утверждение в региональное правительство. Еще один вопрос на повестке встречи – совместная работа Центра занятости населения и предпринимателей. Государственная программа по открытию собственного дела есть в Красногорском центре занятости, но в принципе во всех центрах занятости. И ежегодно центр занятости дает путевку, так сказать, и материальную поддержку в размере, я понимаю, что размер этой субсидии небольшой, где-то порядка 60 тысяч рублей на открытие предпринимательской деятельности, но это тоже очень неплохо. Затем традиционно слово предоставили самим предпринимателям, которые выразили благодарность за помощь руководству района и поделились проблемами. Судя по тем вопросам, которые представители бизнес-сообщества сегодня поднимали, работы у администрации муниципалитета и региона в плане поддержки малого и среднего бизнеса еще предостаточно. Максим Мельников, Евгений Волков, Марианна Быстрова, КРТВ.